Всем доброе утро. Я сейчас убегаю на встречу со своим любимым внуком, но покажу вам очередную свою идею, какие нужны материалы, а потом потихоньку буду показывать, что я из этого всего делаю. А вы не забудьте нажать на колокольчик, не забудьте подписаться, пролайкать мое видео. И подписаться в группу ВКонтакте, и подписаться в Инстаграме, пока я вам буду показывать материалы и позывные такие же, как и на канале Мила Бали. Рада всех видеть. Быстро побежала. Готовьтесь к рукоделию. Мой творческий беспорядок на время 10 проектов. Моя помощница, которая требует, чтобы я с ней играла. Ну что? Ну давай, говори, как ты говорила только что. Что нужно делать, что? Так вот, что я хочу показать. Все помнят, как я делала яблоки молодильные? Ой, и у меня они оказались заготовки слишком длинные, я их обрезала. Так вот, у меня, гляньте, что есть. Вот такая штучка, какой-то уплотнитель. Остатки от костюма. И сейчас я буду что-то делать новогоднее, как будто новогоднее, из остатков. Приглашаю вас последовать моему примеру. Посмотрите, какие я сделала заготовочки. Вставила эту прокладочку. Это похоже на пленку, которую ставят под ламинат, только без люрекса она. Это оборотная сторона, я все отрежу. Надеюсь, хорошо фокус наводится. С изнанки в рисунок не попадают, ну, как есть, по какой-то стороне. Лицевая сторона идет, по какой-то, видите, совпадает. Я сейчас подумаю, как мне, какой кусочек на какую сторону ставить. И сейчас докрою и покажу, что я хочу сделать из этих остаточков. Так, я вырезала по размеру две части. Эту часть я уже вшила косой бийкой. Сейчас я вот это все сначала соединю, подровняю и тоже обошью косой бийкой. И покажу, что буду делать дальше. Придется положить в длину, чтобы было полностью видно. Посмотрите, что у меня получилось. Здесь я заплавила спичечкой. Глазки-носик приклеила на клеевой пистолет. Все обработала косой бийкой. Легкую стежечку сделала шелком, ну и на лицевую сторону поставила, как сказать, те стороны, которые я именно по ним обшивала. То есть это получается, как бы я по лицу строчила, да, и часть изнанки, но она сюда ушла, не так заметно. А эту часть вот тоже я строчила по лицу, хотя он и внутри такой же самый, видите. Вот какой у меня есть раритет. Это ножницы парикмахерские, я покупала их в Белоруссии 300 лет назад, где-то 29 лет назад. И вот теперь я сделала себе вот такой сувенир. Одной рукой мне неудобно туда вкладывать сейчас. Ну вот, видите, какая мышка у меня получилась. Хвостик можно, ну я их не вешаю, они у меня лежат в укромном местечке, а в принципе можно хвостик сделать вот таким образом и куда-то вешать. Такой новогодний сувенир получился. Это можно и в подарок, и для косметики такие можно сделать, для губной помады, для брасматика. Можно с кармашками перестрочить. Но мне нужен был футляр именно под ножницы. Это можно теперь выкинуть, этот раритет. Но уже давно все порвалось, я не люблю такие вещи хранить испорченные. Долго не могла понять, что с моим футляром не так. Я же делала мышь. А уши ее где? И усики. Сейчас мы с вами исправим ситуацию. У меня есть фломастеры текстильные.
Ну, одной рукой мне будет сложно, я сейчас просто нарисую и покажу уже нарисованное. Ну вот, теперь моя мышка стала похожа на мышку. Фломастер текстильный, слегка запаривается утюжком и, в общем-то, можно пользоваться. Вот такая красота. А это мой проект следующий. Все, всех с наступающим Новым годом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в соцсетях, Инстаграм, Контакт. Позывные такие же Мила Бали. И есть уже площадка на моем местном номере. Подписывайтесь, пишите в личку, кто хочет в группу. Пожалуйста, я буду давать вам контакты.